Святые Адриан и Ювул происходили из селения Ванея, близ озера Ван в Армении. Горя любовью к мученикам и исповедникам Христовым, отправились Адриан и Ювул в Кесарию Каппадокийскую. Там, непорочностью жизни своей и благостной речью, святые выдали себя, что они христиане. Язычники схватили Адриана и Ювула, да немедля доставили их к правителю области, Фирмилиану, пред коим они без страха исповедали веру Христову. Правитель с ними церемониться не стал и отдал их на мучение. Но и после этого святые оставались непреклонными. Фирмилиан и те, кто был с ним, пришли в ярость. Было решено подвергнуть мучеников страшной смерти, бросить их ко львам на растерзание. Однако звери не стали даже трогать христиан. Тогда, по приказу правителя, были святые Адриан и Ювул усечены мечом. Мученическая кончина их последовала около 308 года. Шестнадцатое февраля. День памяти святых мучеников Адриана и Ювула Ванейских.